Относительно недавно Айдана Меденова, которая вернулась из декрета, представила новую песню с очень говорящим названием «Айчтыке». И практически сразу после презентации в срочном порядке приступила к съемкам клипа. Естественно, ожидания у всех были завышены, камбэк как-никак. И вот, наконец-то, этот день настал. Певица, примерная жена и гордая мама двоих детей презентовала долгожданную новинку. И, признаемся честно, ни разу не разочаровала. Посмотрите сами. Задумка лично нам пришлась очень по душе. И, кстати, Айдана шепнула нам по секрету, что у нее практически готов еще один клип. Правда, какой именно, пока рассказывать не стала. Мы обещаем, что в самое ближайшее время обязательно позовем ее в гости и выведаем все подробности. Ну а пока милости просим на наш официальный YouTube-канал Gaku TV. Клип про неуклюжего, но очень милого сталкера Айданы доступен для просмотра 24 часа в сутки. И да, не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы всегда быть в числе первых, кто узнает о всех самых главных новинках современной казахстанской эстрады.